У представительства Евросоюза в Украине активисты ДВК раздают прохожим синие воздушные шарики. Отзывчивые киевляне с шариками в руках узнали шокирующий факт о Казахстане. Я хочу вам вручить вот этот шарик. Спасибо. И вот сейчас, когда вы его уже взяли в руки, я хочу вам сообщить, что теперь по казахстанским законам вас признают экстремисткой, и вам грозит уголовное преследование сроком до 17 лет в некоторых случаях. Этой акцией политические беженцы продемонстрировали абсурдность режима Нурсултана Назарбаева. Десятки людей держат в тюрьмах за посты в соцсетях или синие шарики за свое несогласие с беззаконием власти. Они поплатились свободой. Подобные мирные протесты в Казахстане незаконны, а многие митингующие признаны экстремистами. Поэтому активисты обратились за помощью к европейским депутатам. 129 жалоб мы подали в международные организации. И почему мы сегодня именно возле этого офиса? Потому что в Брюсселе 20 ноября будут рассматривать жалобы наших казахстанских активистов. И эти жалобы, они носят массовый характер, когда у людей отнимали телефоны, когда людей бросали просто так в тюрьмы за то, что они сопровождали наши акции и так далее, участвовали в них. Официальные документы с жалобами уже разосланы представителям ООН и первым лицам европейских государств, с которыми сотрудничает Казахстан. Зов о помощи будет услышан. Чем больше людей в мире узнают о преступлениях Назарбаева, тем ближе шаг к справедливому наказанию.